Самой обсуждаемой сегодня является тема ответных российских мер на американские санкции. Напомним, Сенат США почти единогласно поддержал введение новых ограничительных мер против трех стран – Ирана, Северной Кореи и России, сообщает информационное агентство РИА Новости. В российском Министерстве иностранных дел заверили, что без ответа санкционные меры США не останутся. Какими они должны быть, по мнению губкинцев, мы спросили на улице города. Я думаю, что Россия будет по закону реагировать. То есть не будут в ответ что-то делать. Я думаю, это им там решать сверху. Мне кажется, адекватными поступками ответить обязательно нужно. Но продуманно, продумать, конечно, чтобы не вступать в серьезный конфликт. Но продуманными методами только. Не знаю, но спокойно как. До этого мы жили с этими санкциями. На самом деле вражда идет на уровне только политических, на политическом уровне. Среди самих жителей нет никакой войны, то есть общество никакое не политизированное, все относятся хорошо друг к другу. Будем крепчать, будем сами обходиться своими силами. Нам это даже идет где-то на пользу. Сегодня на официальном сайте МИДа было опубликовано заявление, согласно которому с 1 сентября 2017 года численность американских дипломатов в России не должна превышать 455 человек. С 1 августа приостанавливается использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и даче в Серебряном Бору. Эти ограничения стали зеркальными мерами в ответ на введение новых санкций.